А теперь все дружно к стенке встали. Пацаны, он говорит, вы его убить хотите, я вам его привел. Тихо, тихо, не высовывайтесь. Где тачка? Здорово! Сегодня мы собрались с пацанами, чтобы грабить все, что имеет ценность в Dark RP. Люди, машины, банки не имеют значения. Ставь лайк, если хочешь еще роликов по Гаррис Моду. А также справа в подсказках, либо в описании лежит плейлист с прошлыми роликами по РП. Обязательно посмотри. Я могу чекнуть какой-нибудь кошелек, кому чекнуть? Не надо мой кошелек чекать. У тебя 17 тысяч, Артем. 6500. Давай ты будешь вот так делать, а мы будем грабить... Пацаны, у нас заказ. Надо убить Кольбана. Ну, погнали. Сейчас мы его ограбим сначала, потом убьем. Вы наш план не рассказывайте, аккуратно. А теперь все дружно к стенке встали. Это пранк. Стенки раз. На каком основании? Стенки два. Я свои права знаю. Ладно, ладно. А три не было. Наша карьера закончилась. Мы можем арендовать дома и никого не пускать. Все. ЭЦО! Здравствуйте. Сюда. Блять, граната. Меня опять убили, блядь. Че там у него? Че у него в кармане? Вон, у Гордона. А, че, блядь? Шесть. Ну, мало. Сигаретка. А у меня, посмотри, что у меня в кармане. 4,5, нихуя было. О, это много. Пойдем бизнес-план проворачивать. Давайте. А мы тут деда грабим. Че весь план рассказали? Какой план? Надо его тогда держать. Пойдем, дед, мы тебя грабим. Да, блядь. Все, дай все деньги, и тогда будешь живой, дед. Да, это я. Так, арендовать. Кто арендовал дверь, блядь? Гордон, мы уже запомнили все твои цифры в паспорте. Кто-то сбегает с моей веревки. Вот и денежка. Не 40 тысяч, но 300 рублей. А это кто вообще? Может, свидетелей тоже надо убирать? Что за хуйня? Не-не-не, я ничего не видел. А, все, он показывает паспорт. Все хорошо. Все, я теперь знаю, где ты живешь по прописке. Вот мой паспорт ордена тамплиеров. Ты не должен раскрывать свою личность. А, ты в 20 лет менял, да, паспорт? Да, менты горят. Взорвались. Пошли смотреть, пошли на трупы посмотрим. Да вообще взрыв, да, надо посмотреть. Ого, вы живой там? О, поехали, пацаны. Она не едет, потому что взорвалась. Поехали, садитесь, что вы? Поехали. Давай, во, она едет, завелась почти. Давай. Это я вас, ребят, толкал. Здорово. Это наши братья. Ребята, мы хотим к вам, можно с вами? Давайте. Ого, нихуя тут. Покажи паркур, ты пойди паркур можешь. На шесте. Покажи нам. О, ебать. Нихуя, что делаешь, ля. Максим, блин, надоедать начинает. Максим скатился. Вот это уже наше. Я больше не твой хейтер. Ну, у вас прикольная банда здесь, просто танцуете у столба. Что вы делаете? Как и посвящение в клан, не больно? Чел, пацаны, меня здесь заперли, помогите. Все, представление закончилось, все, завтра будет это продолжение. А ты можешь мне отдать мои 5000, пожалуйста? Я тебе не давал. Ой, ты мне не давал. Все, 500 тысяч давайте. Окружайте его, пацаны, окружайте его. Представление дальше будет. Опа, братишка, это ограбление. Ой, кто-то фугу из наших схватил. А, это я, извини, фуга. Фуга, потерпи, пожалуйста. Вы чё? А чё, он сам согласился? Он согласился, мы его грабим. Чё вы делаете? У вас неадекватный парень какой-то. Ой, я пойду отсюда. Можно меня как-то достать из лавочки? А тебе надо профессию поменять. Я, видимо, подлавочник. Давай! Гордон, мы его вдавливаем. Вы меня, да, по-моему, в землю вкопали. Я, смотрите, бросил кубик. О. Но я сам написал число, которое выпадет с кубика. А, я же могу перезайти, я забыл, что так можно. Кайф, жизнь кайф теперь. Все, нормально, кайф. Тут летает человек, это нормально. Не,
Я считаю, надо продолжить свой бизнес. Жесть, как мы рядом смотримся. Нихуя себе. Сегодня кенты, завтра менты, как... да? Вот, да, реально. Пойдем со мной. Анатолий, куда ты меня хочешь увезти? Хорошее место. Мне нравится, Анатолий. Я в хорошее место, ребят. А что там, в хорошем месте реально хорошо? Да, реально. Там вообще можно покушать. Звучит, как будто ты хочешь покушать. Вроде никакого подвоха, да? Нет, нет, нет. Проходи. О, концерт очень будешь хорошо. Мне давать? Да, тут будут концертики. Там куда-то далеко заводит. Иди сюда. Не, я не пойду туда. Я тебе дам сосиски. Помогите, полиция убить хотят. Давай я помогу, полиция плохо работает. Что случилось? Кто тебя хочет убить? Пойдем, не бойся, пойдем. Пацаны, он говорит, вы его убить хотите, я вам его привел. Можно 5 рублей мне за работу? Эй, кто тут? Я, да отстань от меня! О, здорово. Я за 5 рублями. Тимур, дай, пожалуйста, мои 5 рублей, и я пойду. А, вот я, да? Так, мечтаю. О, спасибо, пятерка, вообще, бро. Обращайся. Вообще ништяк, теперь мы купим. Семечек соленых. Да отстань ты от меня. Бля, это приставучий мент, может заведем за угол и застрелим? Спасите нас от этого мента жухлого! А мне чуть-чуть не хватило, но теперь я вас... Не дотягивай, блин! Ты за такое поведение. Ты у меня! Нам помогут, ребят, спуститься! Подожди, я сверху встану! Давай! Давай! Во-во-во! Все, пошел! Давай! Спасибо! Слезем! Вообще похуй! Здравствуйте! Анатолий Васильевич, пойдемте уже зайдем кое-куда. Это что, Анатолий Васильевич помер? Да. Пожалуйста, полите быстрее! Банк! Давайте в банк! Прячемся! Где деньги? Ограбление через 17 минут. Планируйте ограбление, ладно. Я вот тут посижу, спланирую. Мы уже здесь, что планируем там? Ого, так, как хоть мой карман подглядывать. Смотрите, давайте вот главное дверь в банк не закрывать, а вот эту закроем, чтобы никто не видел. Сколько нам, через сколько приходить? 14 минут. Ну давайте здесь постоим. Давайте здесь. О, машины! Ой, я взял на тест-драйв, мужики, поехали. Смотрите. О, ебай, ля. А, одна секунда осталась. А, это тест-драйв? Бля, модная моноган тачка. Садитесь, пацаны. Поехали к этому чуваку, блядь. Уничтожим их базу, блядь. Какому? Главное, не умираем, ребят. Где там Максим? Здорово, мужики. Какой там? Я не знаю, где он сейчас находится. Ну ладно, пошлите, пацаны. Где тачка? Ты отдал тачку уже кому-то? А я просто отвез тачку там какой-то чувак, и я просто сказал ему, забирай. Вот она. Идите с дороги, господа! Чё ж вы на дороге? Тротуар есть для людей. Ну ещё за дороги стоите все. Пользуйтесь с тротуаром, ёбаный в рот! Давайте к банку езжай. Припаркуйся так, чтоб ехать сразу. Во-во. Погнали. Ограбление. Чё там? 6 минут ещё. Что делать можно за 6 минут? Дракон. Давайте квартиру купим хоть. Закрой, дракон, свой дом, а то там что-то подглядывают к нам. Господа офицеры, что вы, частную собственность? Не заходите, пожалуйста, без ордена. Дракон, они незаконно тут. Господа, без ордена не заходите, пожалуйста. Офицеры, хватит баловаться дверьми. Ну, офицеры, ну прекратите. А ну-ка, дверки закрываем. Что мы тут делаем, алло? А что за хуйня вообще? Это, что вы зашли в хату чужую? Блять, да съебитесь из хаты, я тут кокаин делу, блять, мешает. Все, пошли банк грабить. Че они за нами ходят, блять? Да ты надоел, ты можешь что-то другое делать? Че ты с нами кроме ходишь? Нас. Все. Ой, наконец-то я возьму кредит для своей семьи. Да, я тоже возьму. Ура. Кредит. 2 кредита. Да, да. Че, минутка, ребят. Ну вот мы осчастливимся сейчас. Если придут менты, берите паспорта, такие, я хочу взять кредит. Здравствуйте, я снимаю фильм. О, ты че, кто съемку-то начал? Нет. Я хочу сфоткать нас, типа мы это грабим банк. Ну ладно, да, если что, скажем, это кино. Давайте сфоткаемся перед ограблением, ребят. Все вместе улыбаемся и показываем паспорта. Так, все, погнали. Гордон разыскивается, ограбление. Бегите, блядь. Стойте, а что делать так? Там менты со стола
Вы набрали бабок? Все, я не набрал, но вы набираете от души. Я забыл сумку на работу. Несколько раз берите. Эй, менты, давайте договоримся, мы вам деньги и мы домой. Ебать! Выходим, выходим! Нормально, нормально, нормально! Тихо, тихо, не высовывайтесь! Выходим, выходим! Где тачка? Налево, налево, налево! Моя машина, на пробой! Где тачка? Там каналюга, там каналюга! Да где вы? Блядь, да похуй на каналюгу! Да ладно! Ладно, в каналюгу! Да похуй! Зачем мы в тупик пришли? Ну мы сейчас подумаем, что делать-то с сумками. Там дракон сказал, где-то продал. А, блядь, дракона надо. Возьмите сумку в руки, сколько у вас написано снизу справа? У меня написано... 0 из 5. 0 из 5. Мы не взяли ничего. Я уже продал сумку, вы чё, блядь, там же прямо у банка стоит продавец. Возле банка? Ебать, пойдёмте наполнять сумки теперь. О, кто это? Там бежит кто-то. Кто ты? Ты кто, ебать? Ты кто, блядь? Стоять, блядь. Это мусарня, над нами мусарня. Да, да, над нами мусарня, я тоже думаю, чё делаем мы. Мы еще дальше в городе, нам теперь по всему городу с сумками бежать. Да не, нормально, нормально. О, твоя машина, так ее угнали, поехали в тачке. Здравствуйте, господин офицер, офицеры, всем привет, офицеры. А, вон мужик, вижу, я пошел. Но у меня ноль, так что, а может я возьму что-нибудь пойду? Блять, кто-то запер дверь. О, ты взламываешь? Тише. О. Тише, пацаны. Давай, закройтесь. Тише. Здравствуйте, заходите к нам. Тише, сейчас. О, а это тоже ломом взломаешь? Да. О, нормально. О, пацаны, давайте 25 минут наполняйте. Да, блядь. Ну, ладно. Я сумку зато спиздил. У меня сумка теперь есть на спине. Ой, простите. Ой, да ничего, я стерплю. О, пацаны, поплыли на пляж. Выходить можно было. Я принес. О, красота намечается. Я его сделал. Извини. Пацаны, смотрите, странный шашлык какой-то купил. Ребята, сядьте на диванчике. А тут, кстати, сидеть платно. Он на меня сел, что ставишь меня? Так, кто не успел сесть, иди сядь, Петр. Да не тут, сядь. Все, отлично, вообще респект вам. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал.